Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как рисовать футбольные ворота карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Для начала мы обозначаем силуэт ворот. Нам нужно, чтобы по бокам было одинаковое расстояние, а снизу немножечко больше, чем сверху. Потом, в принципе, можем уже начать прорисовывать, уточнять детали, обозначим толщину ворот, выровняем линию по краю листа, если нужно, поправляем и еще раз себя проверяем. Боковая линия будет проходить по диагонали, а вот эта центральная линия, мы ее делаем более широкой и посерединке тоже проводим линию, чтобы показать толщинку этой перекладинки. Далее на заднем фоне прорисовываем вторую. Она будет уже первой. И вот такой будет наклон верхней линии, тоже по диагонали. Стремиться линия будет влево, вниз. Также ей добавляем толщинку. Нижнюю линию мы прорисовываем для того, чтобы нам было удобно ориентироваться. Верхняя и нижняя линия будут стремиться друг к другу навстречу. Затем мы прорисовываем толщиночку у боковой балки. Добавляем толщинку на верхнюю. Толщиночка будет узенькая, где-то 1 мм. И у боковой тоже будет толщиночка. С левой стороны более узенькая, чем с правой. Далее нам нужно тоже прорисовать внутреннюю часть. Будет она точно такая же, как и с правой стороны, вот эта вот, но более маленькая по размеру. Мы их сначала намечаем карандашиком, затем прорисовываем толщиночку, обозначая трубу. И вот тут вот тоже проводим линию, которая будет у нас идти наверх, приподниматься и стремиться навстречу к верхней линии. И то же самое мы делаем с дальней линией, тоже ее немножечко приподнимаем. Далее соединяем уголочки друг с другом. Тут у нас тоже сверху будет проходить линия, которая покажет нам также и крышу, верхнюю часть. Добавляем толщиночки у нижних перекладинок. Также делим их на две части, обозначая толщину. И далее лишнее убираем ластиком, прорисовываем вот эту дальнюю часть. Она у нас будет идти прямо в уголочек, поэтому я ее немножечко подправляю здесь. И можно, в принципе, начинать уже в тоне. Мы возьмем и карандашиком HB, тем же, который мы наносили предварительный рисунок, затемним правую часть у боковой вот этой дальней балочки. Затемнение будет с правой стороны, а слева будет свет. Далее мы затемняем немножечко и левую часть, и правую еще сильнее усиливаем. Затем легонечко проходимся по верхней балке, соединяем их между собой. И снизу толщиночку проштриховываем более темненькой. Практически до черного доводим. Это будут самые темные участки в нашем рисунке. Возьмем карандашик помягче 2B. Им получится более быстрее набрать темный тон, контрастный. Затем мы переходим на боковую балочку на переднем плане. Проходимся по ней аккуратным штрихом, также карандашиком HB уже. Затем боковую часть набираем также более темной. Можно пройтись несколько раз по ней, чтобы добиться нужного тона. Так вот, доштриховываем аккуратненько до конца. Пока вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней.
Ждем вас к нам на обучение. Также карандашиком HB проходимся по всем трубам, по нижней части. И проходимся таким одним тоном сереньким. Вот тут вот отбросим небольшую тень. Далее карандашиком 2B затемняем нижние части и показываем толщину. Выполним также вот эту часть. Точно таким же образом подштриховываем сверху, доводя до такого среднесеренького тона. Ластиком подправляем себе периодически. И карандашиком 2B уже делаем затемнение вот тут вот по нижней части трубы. Здесь тоже наделываем. Также и с правой стороны будет у нас тень на трубах. И мы аккуратно пройдемся вот тут вот с правой стороны сбоку, а также снизу, наверху. В принципе, у нас каркас уже готов. И нам остается добавить только сеточку. И сетку мы будем начинать с дальнего плана. Возьмем тоже карандашик 2B. И аккуратно будем проводить вертикали, параллельные балки. Провели вот такие вертикали на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга. Затем идем на перекрест и немножечко наклоняем линии, чтобы они были параллельны нижней и верхней линии. То же самое мы делаем и с боковой частью. Мы выравниваем к середине эти линии, а затем проводим ровные вертикали. Можно по этой линии немножечко несколько добавить движений карандашом, чтобы придать дополнительную толщину у сетки. Далее мы выполним сеточку на дальнем плане. Она здесь у нас будет немножечко наклонена, так как у нас наклонены каркасные части. Проштриховываем аккуратненько тоже на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем повторяем и верхнюю линию. Тут у нас тоже, видите, идет сужение, поэтому мы постепенно выравниваем линию, делаем более сильный наклон. Затем нам остается верхняя часть, и у нас уже вот тут будут вот такие линии по наклону, повторяющие всю ту же линию каркаса. Затемню еще посильнее боковую часть, и вот эту сеточку выделю тоже более темненьким, потому что она у нас находится на переднем плане, она будет гораздо более четко нам видна, ярко. Я ее делаю чуть темнее карандашиком 2B. Подправляю, и в принципе футбольные ворота готовы. На дальнем плане я немножечко ластиком хочу осветлить вот эту часть, чтобы она не выходила вперед. То, что находится дальше, будет более бледненьким. То, что ближе, наоборот, более контрастное. Поэтому вот тут можно тоже усилить тени на переднем плане. Нижнюю часть подчеркнуть также. И вот такие футбольные ворота карандашом у нас с вами получились. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!